Девчонки, я знаю, сейчас ты хорошо, думаю, меня видно, слышно, да? Давайте я сейчас попробую Лизу присоединить. Ее еще нет. Анечка, я не могу тебя добавить, потому что у меня тематический эфир, я тебя в следующий раз добавлю обязательно. Я с Лизой уже договорилась. Сейчас, если я буду всех по очереди добавлять, из этого вообще ничего не выйдет. И вообще не факт, что этот эфир получится, потому что у меня интернет, он не работает особо. Нет, челку не хочу. Спасибо. Лизонька, ты здесь? И Лиза куда-то пропала. Девчонки, а сейчас как, все хорошо слышно и видно? О, все, она появилась. Добавить. Я пока начну чистить кисти. Сейчас, вот пока ты меня не подключила, вообще было идеально. Сейчас тоже хорошо. Вот у меня такая проблема, что я уже одна сидела в эфире, он меня одну вытягивает, а вдвоем видно не очень. Ну, сейчас попробуем. Сейчас да, посмотрим. Да, да, да. Я стала видеть все прекрасные божественные комментарии. Так, я предлагаю, раз уж мы с тобой умылись, крема нанесли, начать с глаз. Да? Давай сразу переходим к делу, потому что у меня времени только на один эфир, не как в прошлый раз мы с тобой ля-ля, тополя, потому что там дом такой был, знаешь, слышимость была другая, ее в принципе не было, а тут все, всем все слышно, мне некомфортно. Я поняла, давай тогда, короче, один глаз, ну, точнее, делаем очки, это называется очки, то есть ты тонируешь, получается, глаза. Вот. Мы делаем. Да, можно взять консилер, я использую тон, но у меня он такой плотный. Вот. Я буду тестировать по сравнению с прошлым. Мак, вот такую вот версию. Я думаю, он очень плотный. И, кстати, да, крем, который я нанесла, это был Estée Lauder, в который я добавила пару капель автозагара. Если кому интересно, сейчас быстренько об этом расскажу, потому что это пропустили. Мимо-мимо. Очень выручают, девочки, прям очень. Сейчас. Значит, вот так я это все сделала, вот так я туда накапала. Капли кларанс, да? Уже как сейчас, как будто легкий такой бибишкиный кремушек на моем лице. Но нравится, это... да, тебе эти капли хорошие? Знаешь, их хватает на 2 дня, то есть дальше все смывается. Слушай, мне очень сильно нравится автозагар. Мне кажется, я страшно про него рассказывала. Сент Морис. Вот, он очень, но он дает легкий такой загар, европейский, знаешь. Mm-hmm. Вот. Так, затонировали, собственно. Я тонирую вот так вот все очки такие горнолыжные. Вот. Да. Да, и... Девочки, ну, лишние, да, у меня пока нормально, мне пока все машут, все машут. Вот, и я сразу брови сделаю. Ну, мы, соответственно, делаем брови там, как нам больше... Всем нравится, я не буду сильно заморачиваться, у меня вот Наташа Шик, карандашик вот такой, он пудровый, им не прорисуешь тонкие волоски, он скорее как тени такой, карандаш тени, вот, но слушай, хороший цвет. Слушай, нифига себе у меня консилер плотный, я просто им ранее не пользовалась. Ты под глаза не наноси пока, ты тонируй в основном, вот делай очки себе, мы же будем еще тон наносить, вот так вот делай. Мы делаем очки, я поняла. Да. Девочки, посмотрите, насколько он плотный. Ну, это наверное, мак? Это хорошо. Это мак. Да, мак плотный консилер. Наверное, это хорошо, потому что мы же делаем вечерний макияж. Да, конечно, нет, вообще плотный консилер вообще хорошо. Тем более, у тебя молодая кожа, тебе что хочешь, можно наносить, ничего не будет. Это да, если бы. Очки. Ты чем, бьюти-блендером, да, тушевала? Я больше всего люблю бьюти-блендером, да, работать. Но, в принципе, как бы можно и кисточкой какой-то, чем удобнее. Бьюти-блендером очень хорошо он впечатывается, прям классно.
Да, бьютиком вообще классно все. И он и наслаивается, и все. Так, слушай, ну все стрелку растушеванную делают по-разному. Вот, я буду делать так, как я ее делаю по-своему, так как я привыкла, так как мне удобно. Единственное, что у меня нету нормальной подводки фломастера нормального. Вот, поэтому я буду использовать обычную гелевую подводку. Но, в принципе, большой разницы тут нету. Значит, что нам понадобится? Подводка. Можно взять карандаш, это не очень важно. А мы Конечно. сверху уже начинаем рисовать, что ли? Да, мы начинаем Так, сначала со... подожди, ты после очков какой момент делала? Я брови сделала. Ты брови, да, сделала? Да. Я сделала брови. Так, ладно, я брови потом сделаю, хорошо. Вот интересуют, тут спрашивают девочки, Мэри, ты в курсе, что вы едите блендер, нужно намочить сначала? Я Ну, я думаю, не что на... она... Ты сухим делала? Обязательно? Да. Нет, всегда нужно влажную использовать. Ну, блин, у меня вода далеко. Но у тебя нормально растушевалось Да, шикарно, я бы все. Вот. сказала. Нам нужен какой карандаш? Смотри, у меня есть карандаш Тедди для бровей, который я на губы наношу. У Угу. меня есть жидкая подводка Угу. Черного черная. карандаша. Ой, не жидкая, а марки. Ага, черного карандаша нет у тебя? Не-а. Бери подводку маркер. Нормально. Так, Так. теперь тени. Давай с тенями разберемся. Тени нужны черные, коричневые. Все, тени все есть. И Тени все черные, есть. коричневые, да? Ну, я тоже буду использовать такую палетку. Вот, у меня тут и черные, и коричневые. В принципе, вообще, я не люблю, когда кто-то учится что-то делать. Я не люблю, когда люди подвязываются к каким-то определенным маркам, фирмам, знаешь, ну, тут на мастер-классах. Вот, я люблю, чтобы люди вот брали то, что у них есть. Я Вот, тоже. и смысл в том, что ну, в этой стрелке, да, то, что сколько визажистов, все по-разному делают. У всех своя техника. Я не могу сказать, что есть какая-то правильная, какая-то неправильная. Мне удобнее начинать со стрелки. Вот, Давай. поэтому мы начнем со стрелки. Вот, рисуем, собственно, стрелку, используя свой маркер. Делаем сначала один глаз, потом другой. Подводку нужно тушевать быстро, ну, чтобы она не зафиксировалась. Вот. В принципе, Какой, кстати, какой? у тебя же маркер, ты говоришь. А как и чем я тушевать чем буду? А, тушевать, да, ты можешь его вот такой. Я, например, буду тушевать вот такой кисточкой. Вот. Но ты можешь взять и ту. Ну, я давай как у тебя. Удобнее пышненькой, да? Да, только маленькая. Она в любом случае должна быть маленькая. Она может быть и вот такая вот, знаешь. Не обязательно. Отлично. Да, отлично. И желательно, чтобы у тебя их было несколько. Чуть можно покрупнее, потому что потом мы будем ее еще больше и больше и больше растушевывать. Смысл в том, что мы свою стрелку должны как бы оттушевать вверх. От более темного к более светлому. Вот, давай, делаем стрелку. Рисуем. Она не обязательно должна быть там супер ровной, я не знаю. Хочу, что ли? Ну, как ты обычно любишь по своему разрезу. Я вообще ставки не Я рисую. всегда рисую на открытом глазу стрелку. Вот, смотри, классическое направление, да, к виску можно сделать ее, да, можно ее сделать к брови. То есть, ну, к виску самое классическое направление. Отлично. Да, и чуть-чуть ее можешь прям вытянуть капельку. Да, хорошо, супер. Вот. Все, Так, что тут у нас? оставь, да, оставь. Теперь бери какой-нибудь темненький оттеночек и ее прям основание сразу растушевывай. Она не должна быть четкой. Все, ты начинаешь ее тушевать, стрелку. Только смотри, ты, получается, вот, видишь, я ее тушую как? Не заходи на уголочек вот на это, то есть прям у основания растушевывай. Круговыми движениями. Да, круговыми движениями основания стрелочки ты ее подтягиваешь. Можно немножечко к центру века ее еще подтягивать, оттягивать, то есть вот таким вот образом вот сюда. Что-то у меня, походу, не получается. Почему? У тебя все хорошо получается, нормально. Смотри, вся фишка в том, что ты всегда можешь взять свой палец, у тебя здесь консилер, у тебя здесь будет хорошо, но ты берешь палец и подтягиваешь себе еще хвостик. Смотри, то есть видишь, у меня аж до этого, до виска подтянулось.
Вот. То есть ты подтягиваешь хвостик, сколько тебе надо. Если у тебя что-то там где-то пошло не так. Всегда можно подчистить. Вот она наша стрелка. Вот она наша стрелка, да, это Да, тушеная. тушеванная, тушеванная. Еще тушуй. Мне кажется, у тебя она длиннее, нежели чем у меня. Мне Ну, ее вытянуть. немножечко. Можешь вытянуть немножко, да. Можно взять прямо свою подводку. Мы в любом случае ее будем еще дублировать. То есть ты берешь свою подводку, и получается основание этой стрелочки еще можно вытянуть. А я ее до середины, получается, глаза довожу, да? Да. Мы же потом будем туда еще тени добавлять, достаточно светлые. Вот, поэтому даже если там что-то где-то какой-то небольшой косяк. Привет, я самая красивая сучка. Вот это да. Вот это да. Обожаю таких самоуверенных. Вот, смотри, ты говоришь, тебе кажется, у меня длиннее. Ты свою можешь удлинить прям пальцем, ее подтяни. По консилеру Так. она у тебя должна будет подтянуться. Я вчера Диме, понимаешь, объясняла, как делать мне макияж, и он справился, я считаю, достаточно неплохо. Поэтому у А тебя я точно видела. все, поэтому у тебя точно все получится. Ну, у меня вот как-то стушеванная стрелка и вообще дела, знаешь, не идут никак. Нормально все, вот ее подтягиваешь. Все. Оставляй, нормально. Дальше Тушеная стрелка — это моя мечта, но она недосягаема. бери более светлый оттенок, такой бежево-коричневый. Вот видишь, у меня такой, смотри. Да. Вот. Ну и чистенькую кисточку, да, и как бы опять-таки ты, получается, растушевываешь границу. То есть Лиз, тут это... посмотри, ты уверена, что у меня нормальная стрелка? Я просто сомневаюсь. Нормально у тебя стрелка хорошая. Вот сейчас у тебя вообще отличная Да? стрелка. Да. Бери коричневый, растушевывай границу. Светло-коричневый, да? Да, светло-коричневый можно какой-то бежевый. Такой, ну темно только бежевый, не очень светлый, чтобы все-таки был переходик. И я уже, получается, такой прям треугольничек у меня получается, видишь? Вот прям по границе, смотри, видишь, у меня получается вот такой треугольничек. Вот, то есть Да, вот у вижу. меня, вот получается у меня одно основание, вот у меня получается второе основание, вот здесь это параллельно брови идет. Вот, и вот получается вот здесь вот такой прям этот. То есть у нас все веко должно быть проработано. Вот так, да? Покажи. Да. Теперь смотри. Теперь ты берешь свою подводку опять. Вот. И ты просто дублируешь свою стрелку еще раз. То есть вот уже по тени получается. Вот ты делаешь здесь. Делаешь здесь. То есть мы с тобой, получается, растушевку уже задали. Вот. Теперь мы эту стрелочку дублируем. Вот. То есть вот эта вот часть, она должна быть прям интенсивная, прям черная. И еще здесь все-таки по границе проходимся темным оттенком. То есть мы все время все границы растушевываем. У нас стрелка четко должна быть только вот здесь, только у основания. То есть здесь она четкая. Вот получается. А все, что у нас идет выше, у нас уже такое вот, как дымочка, дымочка. Вот получается стрелка. Вот тот Неужели у макияж. меня получается тушеванная Отлично у тебя стрелочка? получается. А что тебе не нравится? Смотри, какая у тебя хорошая стрелка тушеванная. Уже нравится, уже начинает нравиться. Замечательная. Теперь что мы делаем? У нас нет ресниц, поэтому я не вижу смысла как бы делать ее более такой, знаешь, как бы объемной, более удлинять ее как-то. Все, то есть лучший враг хорошего. Мы свою стрелку оставляем, теперь нам нужно оформить остальное веко. И я, как правило, люблю сюда, смотри, использовать какие-то светлые блестки. Вот, но на светлом фоне. То есть они должны быть не золотые, они должны быть какие-то вот именно светлые. Мне, например, очень нравятся вот такие вот есть от Литуаль светлые блестки.
таких глиттерочки. Вот, можно взять просто какую-то базу, например, бежевую или золотистую, и на нее, соответственно, добавить пигмент. Я сейчас, собственно, так и сделаю. Вот такая вот есть очень классная база от NYX. Если у тебя ее еще нету, я тебе очень советую. Такая есть. Вот, она вообще... Она вообще суперская. И есть очень красивые, потрясающие блестки, девочки, всем на заметку. Искры, клепач, 118 оттенок, называется медь. Стоят они недорого, рублей 300, но это очень красиво. Прежде чем их наносить, я возьму вот такую вот большую кисточку. Такую небольшую, это любая, может быть, пушистая кисть. Вот, и сделаю себе просто, как бы, знаешь, зафиксирую консилер, потому что консилер, он может подскатываться. Чтобы это не произошло, я просто беру вот бежевые тени в цвет глаза, собственно, вот такой оттенок, прям вот, натуральный, вот, и я просто прохожусь, получается, по всему веку, ну, такая, как база, зафиксировать консилер, любые светлые тени делаем. Так. Ну, вот, дальше я беру эту базу от NYX, собственно, красивую, точнее, не красивую, а нашу супер клеящуюся. Я причем люблю именно базу, которая глиттер, потому что у нее и пигменты хорошо садятся, и любые блестки. Вот, она у меня тоже есть. Вот, я наношу эту базу. Только на стрелочку не наносим. Не, на стрелочку нет, на стрелку не наносим, наносим только на... Получается, вот на центр наносим и пальчиком растушевали такими прибивающими движениями, чтобы наши тени не смазать. Дальше я прям этим же пальцем, которым я наносила, собственно, базу, я прям их опускаю, вот в блестки вот в эти вот, вот у меня такие вот. И, у может, меня блестки тоже есть. Вот, да, прям любые берешь, вот, и этим же пальчиком, потому что он у нас как раз уже смазатый, хорошо, мы наносим, собственно, на века. Получили красоту. Растушеванную красоту. Вот. Стряхиваем кисточкой лишнее. И вот у нас что с вами получилось. Слушай, у меня макияж бомба получился. Да, очень красиво. Тебе очень идут стрелки, кстати. Тебе такое прямо интересно. Но у тебя красивый, потому что ты разрез глаз. Слушай, я так давно стрелки не делала. Я теперь все время так буду делать стрелки. Мне очень нравится. Просто камера еще не передает почему-то. Как у меня красиво получилось. Блин. Не знаю, почему. Ну вот. Прям классно. Супер. Я очень рада. Так, а дальше что? Смотри, дальше тут уже нужно смотреть, что мы хотим. Хотим, можно оформить нижнее веко, соответственно, сделать его темным, да, то есть, ну, тоже затемнить слизистую там и так далее. Вот, можно оставить так, я бы и так оставила, и так красиво, нежно получается. То есть тут нужно смотреть что хотим. Я бы так оставила, мне вот так очень нравится, я бы, конечно, только ресницы бы добавила, естественно. Поэтому можем перейти ко второму глазу. Смотри, я просто добавляю вот немножечко вот сюда тенюшек. Да, да, все правильно. Поярче была складка века, тем более у меня азиатское строение, мне надо чуть-чуть глаза это. Ну все, давай ко второму, да? Да, давай. Слушай, мне так нравится, вот на дневном свете вообще бомбически получилось. Класс. Прям так. Супер. Мы начинаем со стрелки, правильно я понимаю? Да, все, начинается стрелка, то же самое. Но нам нужно постараться, чтобы стрелки как бы смотрели в одно направление. Поэтому мы помним, что мы стрелочку рисуем как бы, ну, к виску, да, по направлению. Вот я всегда делаю стрелку на открытом глазу. То есть я сначала такую немножечко ее... Так, вроде сдала направление, посмотрела, вроде одинаковые. Вроде идет к виску, все как надо. Можно, постараться, значит... как говорится, не значит сделать. Слушай, но мы же потом всегда ее можем подтянуть, подправить, почистить. То есть тут это же все-таки не графичная какая-то стрелка, да, которая чистая должна быть, а растушеванная, поэтому тут как бы накосячить не так страшно. Не так страшно, не так опасно, как говорится. Да, вот. Это факт. Но вот этот макияж, он вообще подходит всем, потому что он делает глаза, во-первых, выразительными. Вот. Макияж... Классно, вот честно. Во-вторых, он уместный, он красиво смотрится на фотосессиях. То есть такой на свадьбах классно смотрится.
Стрелку я нарисовала, я теперь ее растушевываю. Вот таким образом границу, такими вот круглыми движениями. Слушай, я думаю, что сейчас все задолбались сидеть, ну а что делать, собственно? Что об этом плакать сидеть? Что? Ну, тут пишет, Я девочки, не вы еще поняла. не... Пишет, девочки, вы еще не задолбались сидеть на карантине, я вот уже с ума схожу. Я говорю, что все задолбались сидеть, но зачем об этом думать лишний раз? Ой. Сначала темными тенями, да, растушевываем ее Вот живой полностью. пример о том, как стрелки смотрят в разном направлении. Покажи, покажи. Ну, тебе надо просто эту стрелку подтянуть пальчиком. Ты же ту подтягивала, Вот и да, подтяни ее. Аккуратненько. Мы же поэтому не делали тон, да, делали себе очки для того, чтобы по этому тону хорошо у нас все скользило, хорошо все подтягивалось. Потому что у меня прям вот я могу ее подтянуть, смотря на меня, как тянется. А у меня так не тянется, поэтому я пальчик окунаю в консилер. После этого начинаю только тянуть. У тебя консилер, наверное, подфиксировался, да, немножко? Очень подфиксировался, надо Мак, сказать. потому что, да, он такой устойчивый. Вот, я беру вот уже коричневый оттенок, такой бежевый. И уже этим оттенком делаю Честно признаюсь, уголок. у меня вторая стрелка не получилась. Подожди, у тебя сейчас все получится. Ты про ту тоже говорил, что у тебя не получается. Так, что же сделать? Что же сделать? Попробуй нарисовать ее тенями. Возьми вот Я тут вот. кончик, знаешь, я кончик слишком задрала у нее. Ты здесь? Да, я здесь внимательно пытаюсь рассмотреть твою стрелку. Не Как-то что-то... отсвечивает. Я вот этот глаз хорошо вижу, а тут глаз, ты, видимо, как-то к свету сидишь, мне прямо его отсвечивает. Я... Во. Да. Да нет, нормально у тебя стрелка. Нормальный кончик. Тушуй. Конечно, тушуй нормально все. Главное все растушевать как следует. Все ужасно. Вип, мадам. Сама не умеет, учит Мэри. Ты же моя хорошая. Мне очень нравится. У меня на Телеграме сейчас был бесплатный марафон, где были уроки по макияжу. И не в рамках этого марафона, но, в общем, просто там, естественно, народ собрался. И я выложила макияж, который я сделала, знаешь, вообще, там, не знаю, минут за 40, пока сериальчик смотрела, но он просто такой интересный получился. И вот мне, значит, одна дама пишет: тушевка, короче, вообще говно, бровь неровная, в общем, это. Но ей девочка отвечает, она говорит: ну, вы нам скиньте тоже макияж какой-нибудь свой. А у меня там написано мейкап, там хайер, все дела. Вы нам скиньте тоже макияж, мы хотим его обсудить. Она такая: я медийная личность, я не могу, короче, типа, скидывать свои макияжи. Ну, как бы я, естественно, по нику как бы вбила ее просто в Инстаграме, вот, что она писала в Телеграме, вот. И там такие макияжи у нее были, что просто, знаешь, вот эти брови, вот эти запятые, вот эти вот, как это, 10 лет назад. Ну, что там, как там у тебя твоя стрелка, покажи. Вот. Да, теперь тебе надо сделать ее поярче, продублировать. Ее растушевала, ты коричневым черным уже потушевала? Да. Отлично. Теперь надо ее продублировать. Так, я вот сейчас черного тоже себе добавлю вот сюда. А я уже продублировала все, уже А, даже то есть коричневый. Да. Ты молодец. Я уже, знаешь, к чему перехожу? Я перехожу к глиттерам. Блестком. К глиттерам, да, к блесткам. Хорошо, я сейчас пока продублирую свою стрелку. Кто-то нас поддерживает, пишет. Да, здорово. Да, кто-то молодцы. Ты, девочки, добрые. Спасибо, как говорится, на добром слове. Девчонки, пишите вопросы, буду читать. А то, что я увлеклась своей стрелкой. Пишите, задавайте, пообщаемся. Не стесняйтесь, девочки, да. Пока мы красимся, пока мы тут равняем свои стрелки.
Я, слушаю, я даже, наверное, сейчас переоденусь и пойду сфоткаюсь. Надо быстрее, пока солнце еще не село окончательно. У нас начнется садиться. У вас там много народу? Весело у вас там? Слушай, ну, у нас тут, ну, друзья наши, большая компания. Большая компания, по выходным собираемся, у нас дискотеки, праздники, гулянки. Ну, ничего себе, прикольно. Это несколько домов, что ли, или как, или все в одном доме? Нет, конечно, все в разных домах, ну, в одной деревне. На одной базе, на одной территории. Слушай, как классно. Да. Это... Девчонки, парни, девчонки с парнями. Как хорошо, слушай, да, есть возможность. Да, вообще, я не могу. Мой макияж, он его не видать просто. Один глаз видно хорошо. Так, добавляем. Девочки, так делаете? Привет, Оль. А вот так делаете? Когда? А вот я почему-то тогда... Карантин пофиг, но... Не то, да все, все испытывают определенные какие-то неудобства все равно в связи с этим карантином. Чего ж там говорить-то? Розовый лишний. Где вот это увидели розовый? Я не знаю. Смотри, что еще можно сделать. Мэри, можно еще сделать орел. То есть можно вот этот вот здесь продлить стрелку. Где? Сейчас я сделаю тебе, покажу, а ты посмотришь, нравится тебе так или нет. И ты как бы можешь уже, ну, либо делать так, либо не делать. Сейчас я покажу. Вот, то есть ты, получается, сначала делаешь ресничный контур, да? То есть как бы это не совсем стрелка, это как бы вот именно ты затемняешь. Слушай, а у тебя-то блестки повыразительнее, поэтому я, наверное, сейчас возьму вот эти блестки NYX и тоже... Бабахнешь, да? Давай. А ты после блесток дублировала стрелочку, скажи, пожалуйста? Ну, я старалась блестки не находить на район стрелочки. Я там, знаешь, чем я еще туда немножко черных теней вот сюда еще наносила, чтобы как бы вот такой глубины добавить. Ты можешь как раз-таки взять свою кисточку, вот плоскую такую, которая, вот, и вот как бы ей, собственно, еще, то есть не саму, ну, не самим маркером добавить, а вот именно тенями, да, чтобы создать такую дымку. Вот. И вот я, получается, такими движениями делаю себе ресничный контур. И тем, у кого... Гелевая подводка, правильно я понимаю? Нормальная посадка глаз. Ну, фломастером. Ты можешь фломастером это сделать. Ты про что, ты про глубину спрашиваешь? Или про ресничный контур? Я спрашиваю, я ты чем делаешь? Я делаю подводку. Гелевая подводка? Сейчас. Да, гелевая, я вот да? Орла. Да. Но ты можешь сделать это своим фломастером. Видишь, вот здесь вот я, получается, как бы изнутри, вот изнутри, я вот эту линию продлеваю чуть-чуть. Вот, я это называется орел. Клюв, а? Видишь, клюв получился вот здесь вот. Вы вообще верите в этот вирус? Верите, что он существует? Ребят, уже пора поверить. Хватит, а? Что за бред вообще, да? Конечно, конечно верим. Просто многие являются переносчиками, они даже не знают о том, что у них может быть этот вирус. А на кого-то он действительно с осложнениями влияет. Так, я борщинула. Это факт. Покажи. Где? Сейчас. А, ты возьми кисточку обычную и просто, ну вот, сухую, и просто ей стряхни, они лишние блестки все стряхнутся. Угу. Сейчас будем орла рисовать, да, я так понимаю. Угу. Ну смотри, девочки, у кого близко посажены глаза, это вообще противопоказано. Не делаем никогда. А я из-за того, что я смуглая и темненькая, я сейчас не буду похожа на египетскую. Ну вот и поэтому подумай, нравится тебе этот прием или нет. Ну хотя у тебя посадка глаз нормальная, тебе будет хорошо, я думаю. Ну будет уже так.
Она растушеванная стрелка. Кто там говорил, что у меня стрелка не получается? По-моему, у нас вообще шикарные стрелки. Ну, как-то у тебя вообще намного симпатичнее, она у тебя, видишь, как-то вверх идет, прям тушеванная, а у меня как будто же просто жирная стрела. У меня она просто толще получилась, чем у тебя. Вот как мне ее сейчас... И длиннее. Ну, смотри, лучше я брак хорошему. У нас же с тобой нельзя снять, они должны быть прям одинаковые. У тебя тоже красиво получилось. Мне как-то у тебя намного больше нравится. Надо будет еще прям отдельный видеоурок, когда я домой вернусь, чтобы у меня был хороший интернет и условия комфортабельные и фешенебельные, так сказать. Так. Сделать, взять, прям мне нужен отдельный урок прям по стрелке. Получается, вот, смотри, видишь, я прям внутрь ставлю, и изнутри эту линию чуть продлеваю. Ой, все, я сразу это... Я сразу принцесса... Не то. Не Нефертити, да? Я сразу Нефертити становлюсь. Вот тебе на голубоглазый, да, прям можно. А мне лучше... не рисковать. Потому что я все испортила. Вот я хочу научиться делать такой макияж, как у Лизы. У меня он вообще не как у Лизы. Вообще. Особо совсем. Ну, у тебя, может быть, из-за подводки. Вот же. Тебе нужно было просто саму писать стрелку. У меня, видишь, где стрелка? Она у меня до брови идет. Да. Вот. Я сейчас блески нанесла, я все испортила себе. Почему? Ты возьми лучше кисточку вот такую вот, чистую. И ей прям эти блестки счисти, а они должны будут сойти и счиститься. Хорошо. Было так симпатично, более-менее, знаешь, а я взяла, все испортила. Ничего страшного, у меня такое часто бывает. Мэри, тебе очень идут стрелки. Спасибо, моя любимая. Спасибо, моя хорошая. Не морщи лоб. Мне надо ботокс сделать, чтобы не морщить лоб. Сейчас как только откроется возможность. У меня один глаз тоже симпатичнее другого. Мне кажется, так всегда. Да. Так, ну что там у тебя, покажи. Вот, я знаю, с чем начала списать макияж. Тем, что я сейчас делаю все по-другому. Оставляю только стрелку. Мне блестки не идут, мне кажется. Да, это как-то какой-то симпатичный был глиттер. Тоже. Если все выключу. Вот. Так намного лучше. Вот, я коричневым сделала, закрасила, так намного интереснее. Мне так больше идет. Слушай, ну у тебя хорошая стрелка-то на самом деле. Ты когда ее вот так вот делаешь, то отличная стрелка. Смотри. Она от моей-то не сильно... У нас с тобой разный разрез глаз, поэтому у нас там по-разному смотрится. Да. На самом деле, если я когда прямо сижу, у нас, ну, стрелки, в принципе, не знаю, куда краситесь. В отбор. Макияж вообще ни о чем. Еще естественность в моде, а не такое. Вика, 17.07. Так, Лиз, посоветует тональный крем для жирной кожи. Как правильно находить, что нужно перед нанесением делать? Посоветую. Правильно наносить, если с высыпаниями жирная кожа, то, наверное, лучше какой-нибудь плоской кисточкой, она будет лучше скрывать. Вот, если просто жирная кожа, то вообще не важно, чем вы будете наносить. А посоветовать можно Estée Lauder Double Wear или бюджетный вариант, например, Catrice HD, но он окисляется, у них мало цветов. Да что мне... все к этому, блин, Estée Lauder Double Wear прицепились? Отстой полнейший просто. Он для жирной просто очень кожи.
Вот, понимаешь, в чем Да. дело? Он хорошо фиксирует прыщи, он не съезжает, поэтому его все любят и все его носят в чемодане. Мне, например, гораздо больше нравится перфекционист. Вот, но если говорить прямо о такой конкретно жирной коже, еще неплохой Lancôme Tinted 24 часа, он тоже хорошо держится, но он такой вязкий, его достаточно сложно вот растушевать, нанести, но если вы приспособитесь, то он круто смотрится. Я все-таки люблю более такие подвижные тона, даже для жирной кожи, вот лучше их подфиксировать где-то пудрой. Мне нравится Illuminate CC, вот такой, он хорошо фиксируется. Мне нравится еще Maybelline Fit Me. Очень хороший тональный крем. Блин, жалко, что у меня нет, знаешь чего, туши. Туши, да. Но я тоже не буду из солидарности красить туши. Оставлю вот так. Нет, знаешь, у тебя такой красивый макияж, тебе надо подчеркнуть. Я Так, потом ладно. сделаю ресницы себе. Так, покажи еще раз. Скрин сделай. Что еще раз показать? Простите, мои дорогие. А, CC-крем. Вот. А вы вообще научитесь гуглить. Прям по-русски вбивается Illuminate CC-крем. И вам сразу 1000 фотографий. Вот. Я начинаю тонировать. Так, ты брови, да? Давай делай брови и будем уже тонировать лицо. Давай тон, и надо просто сейчас, если солнце сядет, то это уже фотографий не будет. Да, я согласна А с уже тобой. время больше. Надо быстренько затонироваться. Куда я делала свой спонжик? Вот, у меня тон коллаген. Вот такой вот сейчас. Это вообще мой любимый, на самом деле, тональный крем. Ничто не может с ним сравниться. Вот, и несмотря на то, что у меня полно люкса, реально, я даже вот в работе к нему очень часто лезу. То есть, как бы я, может быть, не использую его в 100% соотношении, но я всегда его подмешиваю, потому что мне кажется, он любой тональный крем как-то улучшает. Вот. Поэтому очень его... Вообще тоналку не перевариваю. Ну, не перевариваете тоналку, пользуйтесь, не знаю, пудрой пользуйтесь, там, минеральной косметикой. Как можно не Вот. переваривать тональный Я не крем? видела, если честно, еще такого лица, который, вот знаешь, настолько идеально, что ему не нужно никакое вообще ни тонирование, ничего. Я Такого такой не люблю. существует просто. Ну что за бред? Вот. Ну, знаешь, оно, может, существует у какой-нибудь там, не знаю, 14-летней девочки с идеальной кожей, но оно существует очень недолго. Все равно все нуждаются. Можно использовать какой-то легкий консилер, например. Тоже, почему бы нет? Так, мой телевизор включился. Сейчас надо его отключить. О. Так, номер тона. Девочки, ну номер тона вы подбираете себе сами под свой тональный крем. Приходите ко мне на обучение. У меня есть обучение, девочки, в формате видео. Обучение целый месяц, стоит всего 5000. Вы научитесь и косметику выбирать, сумму делать всякие разные макияжи. Вот, короче, много-много всего. Мэри, сделайте что-нибудь со спонжиком своим. Да что же вы это, прикопались к спонжику? Ну, наверное, может, мне что-то и нужно с ним сделать, но все и так в порядке. Так, я люблю очень этот контур, очень крутой. Это Кика. Вообще, мне кажется, он самый лучший. И я вообще люблю все время пробовать разную новую косметику. Я Вот. слышала, у Рианы хороший, У хороший кого? курин. У Рианы, да? У Рианы, я не знаю, если честно. Не пробовала. Мне нравится Кик, он стоит 750 рублей, даже без скидки. То есть он очень такой бюджетный. Вот. И он очень крутой. По цвету, который универсально подходит всем. У него большой объем, которого хватает надолго. Вот. Я как бы просто не вижу смысла переплачивать, пробовать какие-то более дорогие продукты, если этот идеальный. А Вот. иногда хочется переплатить. Ну, Настроение бывает такое. у меня есть еще несколько контуров неплохих от MAC, вот, разных, есть от Clinique, но этим я вот пользуюсь все-таки в большинстве случаев. У меня столько косметики, что мне уже, если честно, ее даже вот некуда покупать. На каждый день краситься так можно застрелиться. Зачем вам краситься такая на каждый день? Вот сейчас, например, салоны не работают, а вам хочется любимого порадовать красивым макияжем. Почему бы нет? Согласна. Блин, Хотя бы... сейчас самый хороший, мягкий такой свет. Не дай бог, у меня не получится фотографии. Получится.
Ну, вполне вероятно. Я буду ждать фотографии. У меня вот лампа. А ты лампу с собой не брала? В последнее время вообще не заходит, не идет история. Не нравится, не да? С фотографиями. Ну, бывает такой момент в жизни, когда просто не получается. Некрасивое настроение, да? Некрасивое настроение, некрасивое, соответственно, все. Вот, у меня сегодня, например, очень жирное настроение. Я прям... отвратительное какое-то настроение. Вообще. Я такая прям вот вся лежала вот на диване и уповала просто к себе, не знаю, жалостью. Я жирная, никогда не похудею. Вот. А я сегодня с спортиком с утра прям чики-рик я сделала. А я вчера вино пила, поэтому я сегодня как-то не очень хорошо себя чувствовала, да, для спортика. Этого тяжеловато, конечно. Ну, я планирую. У меня есть тренажер. Я вижу, как ты занимаешься. Молодец. Дай ключи, Маша. Мне вчера еще тренер нашего зала предложил тренировку за 500 рублей онлайн по скайпу. Дома, да? Угу. Ну, по скайпу, типа, по видеосвязи. Угу. И что, ты потренировалась, получилось? Нет еще. Мы вчера только договорились, я только скинула, что у меня есть, и что-то как-то она замолкла, знаешь. А я считаю, что раз уж ты предлагаешь, ты должна как бы сама писать. Слушай, вот, я поэтому... вообще считаю, что ты можешь тренироваться по видеоурокам по Мэла Рейв. Такая легко, хорошая... легко. Вообще... Я могу вообще без этих видеоуроков тренироваться, без всего. Но я не могу себя заставить, понимаешь? Я думаю, вот так и мне просто, если какой-то человек незнакомый мне позвонит и будет как бы меня, вот знаешь, я буду это. А так я могу ничего не делать. Дорогая, ко мне приехали продукты. Сейчас будет очень шумно. Ничего страшного. Мы уже с тобой закончили. Очень красивые у меня хайлайтеры есть новые. Офигенные. Вот. Короче, что-то сегодня у меня макияж, не макияж, а потому что настроение такое. Все зависит от настроения. Не макияжный. Трансгендер. Муха. На фоточке, я думаю, приятно будет все равно. Красиво будет. У меня, как обычно, все из космоса. Сияние. Очень крутые хайлайтеры. Стоят 650 рублей. В золотом, да, яблоке. Революшн. Я знаю. У многих этот хайлайтер. Да, видела его? Угу. Мне прям он очень зашел. Очень. Они такие молодцы. Они такую классную косметику делают красиво. И какая-то упаковка у них все-таки тоже пока прям приятная. Эстетическая. Удовольствие испытываешь. Когда Мэри сдует губы. У меня вот уже сдулись губы, кстати, я хочу себе сделать. Я все в завязке. Я прям вижу. Да? Угу. Ну, у тебя... Ой, Лиз, пока все, ходишь. Я пошла продукты заносить. Давай. Позже, ладно? Давай, жду фотки, давай. Пока. Давай.